Безопасная детская площадка с большим функциональным комплексом, малой архитектурной формы, песочницы и лавочки. Во дворе дома по улице братьев Коростелевых, 152, проходит благоустройство дворовой территории. Здесь ведут работы в рамках регионального проекта «Содействие». На данном этапе уже установили все архитектурные формы и приступили к монтажу резинового покрытия. Детская площадка – долгожданное событие для жителей двора, в особенности для детей и их мам. Наконец-то наш проект, так скажем, победил. И вот мы видим результат, строящий детскую площадку на радость детям, на радость жильцам. Наконец-то наши детки смогут безопасно, с хорошим покрытием гулять, заниматься спортом. Мне кажется, это самое лучшее, что может быть для жильцов наших домов. Каждый этап работ подрядчики согласовывают с местными жителями, учитывают их пожелания и вносят коррективы. Предложили переместить линию забора с парковки для того, чтобы машины беспрепятственно парковались, не задевали будущее ограждение. Мы это замечание отработали, сегодня приступим к устранению. Для того, чтобы принять участие в проекте «Содействие» и сделать свой двор красивым и комфортным, необходимо прийти в администрацию, где сотрудники подготовят проект с учетом наличия охранных зон сетей и сведений по кадастрам. Проект готов. Мы сами, администрация, составляем смету, помогаем оформить заявочную документацию жителям и уже направляем сами в конкурсную комиссию, в правительство Самарской области. Проходит конкурс, проекты, которые побеждают в этом конкурсе, по ним начинается реализация. Работы по адресу братьев Коростелевых, 152, планируют завершить до 30 октября. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.